Вау! Так, ребята, у меня есть немножко времени пообщаться с вами. Расскажу про свою ласточку, весточку. Значит, смотрите, покажу я вам уровень масла, какой у меня в двигателе на сегодняшнюю минуту. Проехал я на автомобиле уже где-то полтора года. Сейчас заведу. Ну, не заведу, включу вам, покажу, пока ехать не надо. Чуть-чуть минут через 20. Расскажу вам про свой брелок. Все знают, ключ выкидной от Лады Весты. Очень классно, великолепно. Фишка не в том сегодня, а в том, что у меня порвался вот этот вот хомутик, который был здесь заводской. Такой вот, знаете, пластиковая затяжка простая. Она мне так нравилась. Так надольше хотелось сохранить аутентичность покупки. То есть, с какими ключами мне выдали автомобиль. Когда, знаете, чувство, когда ты взял первый раз в руки ключи, их не передать словами, это достаточно... Это такой волнительный момент. Здесь был черный хомутик просто. Еще один ключ с информацией кода ключа. Тоже не теряйте, положите где-то дома. Обязательно сохраните ту бумажку, которая у вас была на ключе. Итак, смотрите, что у нас здесь, друзья. Значит, стайли. Сейчас вам покажу. 19 793 километра. Менять масло я буду в октябре. Мне нужно будет приехать, по-моему, до 17 октября на замену масла. Дилер меня будет ждать. Значит, сколько накатаю по километражу до этого момента, на том моменте и поменяем. Но ориентировочно масло у меня было заменено на 10 тысячах, там с маленьким хвостиком, наверное, 10-200 либо 10-300, что-то такое там. И вот уже у меня 19 793 километра. Друзья, 8,9 литра у меня средний расход на автомобиле. Обращайте внимание. То есть двигатель я не кручу. Свыше 2500 там я в основном не поднимаю. Ну, редко это, если прям вот очень сильно захотелось. Там трешки могу поднимать пару раз. Но стараюсь этого не делать. В среднем где-то на 2000 я переключаюсь. Комфортно, машина едет великолепно. За это время у меня никаких поломок с автомобилем нету. Постоянно только радует и приносит массу положительных эмоций, впечатлений. Двигатель я крутанул хорошенько, проехал где-то в районе 140 километров, выезжал за город, поэтому и масло, скорее всего, у меня взяло. Ну, немножко. Я слышал, что все равно эти моторы, 129 моторы, если крутишь хорошенько, они будут подъедать масло.
Ну, там капля взяла небольшую, вот удалил, и машинка дальше будет продолжать катать по городу меня. Все, всем пока. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.